Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, команда. Всем прива. Всем прива, всем пива. Ну что, 6 тысяч кубков сегодня будем забирать, да? А может быть и чуть больше, наверное. Я не знаю, посмотрим, как пойдет. Видок. Видок поменяем давай. О, клоун. Такой вот каски. А у нас нагорный кубок здесь, кстати. Нагорный кубок. Слушай, наверное, здесь все-таки нам надо будет ехать на раллийном авто. Это же нагорный кубок. Хотя он прыщ. О, тё-тё-тё-тё. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, заезжаем. Ну что ты, ну? Я что-то не туда куда-то смотрю. Последним, последним приехал. Почему-то я так и думал, ребята, что приеду я, блин, последним. Подожди, а что так резко стартовало-то? Я даже не успел ничего сделать. Если честно. Даже не успел там на газульку понажимать. Ладно, шиш с ним. С этой газулькой. Главное вот тут вот, ребят. Хе-хе-хе-хей. Ну, басы. Все. Первое место. Ой, первое место, а так я получил второе. Ну, главное, там первое место получил. Так, дальше у нас идет опять же кубок, только уже зеленый. Так называется, зеленый кубок, ребят. О, тут мотоцикл. Нет ни у кого такого ощущения, что какое-то прерывистое видео, не? Фига там чувак наяривает, пофиг ему на все. Просто по барабану. Этот-то как меня мог обогнать, я не пойму. Ничего нету на нем, он едет, блин, и обгоняет прямо, блин, на ходу. Ты посмотри. Со своими супер-гипер, блин, прыжками. Как он так может? Да что ж такое прерывистое-то? Давай вниз. Да... Ну ты серьезно, блин, ну... Ну это трындец, ребята, и третьим прийти. Споткнуться на этих бревнах. Ну лучше не придумаешь, просто лучше не придумаешь. Это еще там кульбиты успевает крутить, прикинь. Мотоциклист. Это боди вот этот вот. Бегай, желтый вообще, ребята, обогнал там за километр нас. Ну, е! Но все равно второй. Фиг ли смеяться-то? Фиг ли смеяться, когда ты второй? Ну, что тут у нас? Понятно, стартовый ускоритель. Так... Привет, здоровые, всем. Ну, ты записываешь? Да, я записываю. Да, я записываю. Так, ребят, пляжный кубок у меня. Пляжный кубок. Пляжный кубок мы будем, наверное. Давай поедем на баги. Попробуем на ней сегодня повыпендриваться. Так, я не помню, спортивная тачка тут, что ли, нас обгоняет? Ю-ху, первым или нет? Первым. Прям в воздухе так замечательно пролетел. Прям шикарненько, я тебе скажу, пролетел. У этой баги надо ехать на заднем колесе. Ну, по крайней мере, вы так написали. Раедь на баге на заднем колесе. И приземляйся на заднем колесе. Вот я... Пытаюсь, ребят, так сделать, маневрировать.
Вроде получается. Но спортивная тачка все равно, ребят, меня настигла. Уже, можно даже сказать, обгоняла там. Хотя она нифига на заднем колесе не ехала, она ехала там вообще непонятно как. Давай, 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 давай. Замечательно. Так, вот тут вот. Есть. Ну, она вот вводит подъемы, я не спорю, ребят. В подъемы она поднимается вообще великолепно. Ни одна машина так не поднимается в гору, как баги. Что там опять? Классно, классно. Конечно, классно. А вот, ребята, трассу Билла я буду проходить. Да-да, ты правильно понял. На моей собственной Феррари. Потому что тут горячий асфальт. Горячий асфальт. Вот и все. Вот тебе, ребята, и горячий асфальт. Вот где-где, а на подъемах, конечно, мы проигрываем. И с этим ничего не поделаешь. Такова конструкция этой машины. Еще и лофую. Ладно, эту гонку я сфейлил. Ну, потому что здесь подъемы. А давай-ка мы посмотрим, когда у нас будет ровная трасса. Ровной трассы здесь не будет, по-моему. Так, стоп, 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 стоп. Фух. Я уже думал, сейчас перевернемся. Ну ладно, потерял ты свою шапку рыцарскую, не беда. Зато сам хоть целым остался. Я же тебе говорил, на ровной нам нет равных. А вот именно с подъемчиками, да, там, конечно, ребят, беда. Прям беда бедовая. Замечательно. А мы же еще, по-моему, прокачали. А, мы монетный ускоритель и... Да, мы монетный ускоритель прокачивали здесь. Если бы у нас был бы прокачан бы нитро, то вообще было бы замечательно. Первое место. Что там у нас за третий день? Забираем осколки. Мистический кубок. Давай попробуем мистический кубок хоть раз проехаться на моей Феррари. Зря, наверное, да? Тут, кстати, тоже еще один охламон, ребята, на Феррари выпендривается. Но он где-то там, по-моему, он отдуплился, насколько я могу понимать. Он где-то врезался или... Или тьма его поглотила. В общем, я его не увидел. Тихо, не вздумай. Да что ты делаешь-то? Ну какие прыжки-то могут быть? Ну, Рэй, ну ё-моё. Видел, какой у меня затяжной, нудный прыжок был, а? Он быстренько приземлился на землю. А я как этот, как супостат летающий. Так, стоп, 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 стоп. Здесь мы аккуратнейшим образом. Ну давай ты едь тут, не буксуй, ну. Вот. Да... Еще перед финишем не хватало тебе сдуться. Парень, завязывай ты давай таким приколом. Нет, ребят, все-таки на раллийном авто, ну, как-то оно, наверное, как сказать-то, поувереннее, что ли, получается ехать. Потому что тут того и гляди, разобьешься нафиг в смятку. Куда ты подлетел-то так высоко? Вы что, в Поднебесную залети? Скажи там всем привет и вернись на землю. Фух, первое место. Ты же разбежался куда-то там, парень. Куда-то газует. Так, а мы с тобой сундук заработали. Управление в воздухе для автобуса. Просто для автобуса ускорение в воздухе. Рэй, хотел спросить, почему ты ездишь на одной... С одной и той самой покраской на ролейке? Может, сменишь? А зачем менять, ребят? Какая разница? С одной и той же или не с одной? Покраска ровным счетом нам ничего не дает. Вообще, ребят, ничего не дает.
Ну, даже если ты сменишь ее. Просто, когда ты привыкаешь к одной и той же раскраске, а потом начинаешь путаться, особенно когда вот куча ролик. Ну вот тут вот, что вот сейчас был за выпендреж? Вот это вот дешевый, беспонтовый выпендреж, ребят. Так, сможешь на крышу запрыгнуть? Смог. Красава. А здесь тоже смог. Значит, и первое место мы займем. А это же одна гонка. Трасса с одной гонкой. Да-да-да, я ее вспомнил. Сейчас будет, по-моему, у нас вниз спуск. Да, вот он. Спуск вниз. Само собой, я именно сюда поеду. Кто бы ничего не говорил. И вот финиш на яхту. Ну, здесь красиво, конечно, проехали. Блин, ну мне нравится вот этот скин. Выглядит прикольно. Так, что у нас опять там? Кубок путешествий. Возьму-ка я багги. А, кстати, у нас на багги есть расцветка? Новая. О! Ну, это, по-моему, самое начальное, да? Я не помню, Бакс, по-моему, это самая начальная расцветка у нас. Понятное дело, кактусы. Кактусы, фижмаксусы. А Рэй все кактусы пересчитал. Все переехали, а Рэй посчитал их. Куда я еду, вообще не знаю. В воду, куда же ты еще можешь ехать? Рэй, куда ты можешь еще ехать, как... Ну, давай хоть... Четвертым. Не третьим, друзья мои, а четвертым приехал. Ладно, посмотрим, Сида мы сможем этого? Тут, кстати, не только Сид. Тут еще 900... 9595 там какой-то, я не знаю, как еще... Смотри, этого я не могу догнать, прикинь. Не, а не получилось. Сида я не смог обогнать, к сожалению. Посмотрим в городской локации. Что у нас может получиться. Так, ну что, ребята, уже неплохо. Я тебе скажу, отлично проехал здесь. Даже первое место урвал. Прикинь. А, так, когда видео с вебкой? Раньше такое было. Было, ребята, такое, я не спорю. Но вы же сказали, что вебка вас отвлекает. Что без вебки лучше. А сейчас вы опять говорите, когда с вебкой будет видео. Определитесь вначале, нужна ли вам вебка. Потому что одному нужна, десятерым не нужна. Упс. Заезжай. Твою-то налево. Ну заедешь ты. Заехала. Так, ну там все-таки одна какая-то тачка умудрилась, ребята, опередить. Вон она, желтая, едет. Так, здесь нам надо вот так сделать, наверное. Слушай, а как он перелетел? Вот как вот он сейчас перелетел? Крылья у него там были, что ли? Я не пойму. Тут, кстати, одна всего лишь гонка. Поэтому лучше, ребята, не... А бензин-то будет? Будет. И в итоге, ребята, я первый. Надеюсь. Давай сюда занырнем. Здесь аккуратненько. Не выпендриваемся. Слушай, круто.
Я на своей аккуратности получил первое место, а тот там врезался где-то. Вот этот хламон. Страшная морда, так его назвать можно. Так, 3000... Что там опять пишут у нас? Если не хочешь, то я не заставляю. Да не, я не хочу, ребят, вы не хотите, я-то здесь при чем? Так, кубок лесов. Слушай, давай кубок лесов попробуем на баге. Вот чуть-чуть, по-моему, кубок лесов я на баге еще не пытался ни разу прокатиться, но... Давай-давай-давай-давай-давай-давай, родная. Есть, подгазовочка. Первое место. Вот это мне нравится, ребят. Блин, а сейчас тут, конечно, не очень все хорошо получилось. Был поздний старт. Без диалочки, так скажем. Но, тем не менее, не помешало мне здесь занять первое место. Пруд. Пруд, пруди. Только не пруди в штанишки. Именно пруди в пруд. Монетка за мной, ребят, не успевает. Она хочет... Отцепилась. Монета летела-летела, но я ее не подобрал, и она отцепилась. А вот, ребята, из 6000 кубков уже практически прям вот чувствую запах золотого кубка. Так, у нас деньги появились. Ну-ка, появились. Мы можем вкачать. Пускай один разик, но тем не менее. Ожидание остальных игроков. Все нормально, я думаю, что будем... Блин, ну тут, ребят, опять же плохо, что в горку. А чувачок, ты не дурак? Прихватил нитро. Давай-давай-давай, бери. Есть. Я просто хочу, чтобы монетки, ребят, собирать. Сейчас, по-моему, дособираюсь монеток. Что тут еще приехало ко мне? Мэтт какой-то примчался. Вначале со мной на равных ехал, но я все-таки в конце, ребят, обустанулся чуть-чуть и это видел. У кого здесь слабая защита, тот может сфейлиться, кстати. А вот этот учок, непонятно, как, ребята, прыганул так далеко и высоко. Вроде крыльев нету, ничего нету. А как он делает так? Без понятия. Не вздумай вниз туда. Видишь, они аккуратничают. Почему? Потому что у них слабые крыши. А этого я догнать не смог. Этого я догнать не смог. Ладно, надеюсь, что здесь у нас получится. Как сумасшедший просто. Вот тут вот в воздухе много сейчас потратил времени. Вон он опять, ребята, уже сзади. Но не тут-то было. Еще гонка у нас оказывается впереди. Ну, ё-моё, ну все, ребят. Все-все-все, тут только чудо мне какое-нибудь поможет. Я не знаю, какое, но... Какое-нибудь. Есть. И я даже первый. The best from West. Горные мосты. Слушай, а горные мосты я, наверное, поеду на баге. Я уже заметил, что в горах лучше все-таки ехать... Ребят, на баге. Потому что им, ей проще как бы подниматься по этим буграм, по всяким, да? Отлично. Ну, вот это что сейчас было? Пипец. Она упала в эту в низинку и оттуда еле выбиралась. В тот момент, как этот, блин, как его звать-то? Пройдох этот попрыгунчик, я уже забыл, как его увеличать-то. Ну вот этот, короче, он скачет. Сейчас доскачется. Ну давай ты, господи, ну едь ты.
Вы извините меня, но я в первый раз вижу, чтобы вот эта вот говномашина занимала первые места. Как ее звать-то, блин? Я думаю, все поняли, о чем я говорю. Про какую машину. Не лихач, как он там? Фига он там, он еще умудряется, ребята, там попрыжки делать. Ты видел? Он еще умудрялся делать прыжки в том месте. То есть вот эти вот кульбиты. Ну что, мы будем долго ждать здесь остальных? Ой, зря я, наверное. Ну и что, ты ехать-то не будешь тут, блин? Ну все, тут понятно, ребят. С этим домиком прошуркался, блин. Ать. Смотрю, там у многих проблема. У мотоцикла была проблема с заездом, прикинь. А это как? Вот офи, как она там умудрилась заехать? Объясни-ка мне. На таком крутом склоне я ума не приложу. Вот нет, чтобы вниз поехать и спокойненько, да? И ехать. Нет, ребятушки, тут только баги рулят. И мотоцикл как каким-то, я не знаю, там. Видел, что он там кульбиты наяривает. А когда кульбит он делает, он, ребят, при приземлении ускоряется. Ускоряется вот жопой на земле. Не получился у него, короче, фокус, я так понял. Он разбился. Я не понимаю, как это вот эта вот машина еще что-то может здесь сделать. Опа, и все. И тут ты сдулся, парень. Тут ты сдулся. Хламон. Да, вот в этом случае, да, ребята, баги действительно хороша. Ну что там, большой воздушный кубок. Я думаю, что мы его на ролике, наверное, я думаю, да, поедем. Вот на такой модификации. Единственное, что да, у нас нет такого буста, ребят. Тут уж ты ничего не поделаешь. Буст у нас просто отсутствует напрочь. Так он что там, он еще с попрыгульками, ё-моё. Он с попрыгушками, оказывается. Эх, дайте мне, пожалуйста, с пещерами, а? Я ему устрою такие сейчас попрыгульки. Это что такое? Да вы серьезно, блин? Вы... Вот сколько играю, я этого полена вообще, ребят, не задевал. С какого, блин, перепуга ты это полено-то задел? Как мудриться-то еще надо? Я в шоке. Я... Вот сколько играю, ребята, каждый раз какая-нибудь ерунда происходит. Но есть. И что у нас получается? Второе место? Ну, второе, не последнее. Ладно, пока, Рей. Пока. Так, а мне, ребята, нужно еще немножечко, чтобы получить 6000 кубков. Ой, блин, лихача тут подсунули. Правильно, блин, в потолок надо. Горючка бы хотя бы хоть бы мизинчиком бы дотронулся бы до нее, чтобы нам прихватить. Ну, он не стал. Решил. Как бы у нас с ним, да?
Я управляю, а тот сам по себе еще что-то делает. Я вниз. Вниз, блин. Вот тебе и вниз. Вот тут я хорошо сейчас сделал, ребят. Я хорошо проехался прям под потолочком. Видел, даже не шоркнул. Раз не шоркнул, значит, скорость не потерял. Раз скорость не потерял, значит, я их быстренько нагнал. Они-то потеряли свою скорость. И что делать, лихач? Опа. Твою налево. Давай. Отлично, я тебе скажу. Хе-хе, мастерство не пропьешь. Ну что, забираем? Или не забираем? Нет, еще не забираем. А покраску... покраску сменил. Да, сменил я тебе покраску. Так, путешествие на пальцах. Че, ребят, путешествие на пальцах, блин. На ней же поедем, наверное, да? Хотя, наверное, надо было не на ней все-таки. А он тоже с крыльями, да, мотоцикл взял? Я вижу, вижу, но здесь почему-то, ребята, отстал от меня. Ну, раз отстал, так отстал. Мы едем дальше. Тут их два, оказывается. Да ну, блин, ну трындец просто какой-то. Что за... Тот Освальд, блин, бесявый. Где ему профукаться по скорости? Да вроде нигде. Старт у меня, конечно, вообще, ребят, никакой был. Это да, я не спорю. Как торпедка устремился вперед. Ну вот и все. Окончен бал, потухли свечи, ребята, и монетный ускоритель выпадает на мотоцикл. Я вообще боюсь представить, как он будет ехать, этот мотоцикл теперь. Представляешь? Мотоцикл будет ехать на... с монетным ускорителем еще. Да. Это получается второго уровня он получит. Вообще его можно прокачать. Но не сейчас, конечно же. А когда будут деньги? Ну что, друзья, на этом, пожалуй, сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.